welcome to our channel Ukraine.com. I'm Kate, I'm your personal assistant on this site, and today I want to show you one of our beautiful and tender girl, Milena, so keep watching. Click like and subscribe to our channel Ukraine.com. What is the difference between Ukraine and French men? На мой взгляд, хороших людей их много везде, и в Украине, и в Европе. Я мало знакома с европейскими мужчинами, но то, что я видела, мне кажется, у нас много общего. В нашей культуре у нас много общих ценностей, вот, ну, то, что касается, допустим, сказок. Вот. И единственное, что я могу заметить, что европейские мужчины, на мой взгляд, более галантны. What is the main cause of divorces with Ukrainian men this year? Tell me, please, your own opinion. 80 браков распадается. Что является причиной? Вы знаете, мне кажется, что большой процент разводов, он характерен не только для Украины, но для большинства наций, так как, опять-таки, на мой взгляд, у нас сейчас очень много подмены ценностей, и вот эта ценность семьи, она очень-очень сейчас, ну, скажем так, не ценней, то есть обесценена. Это во-первых. Во-вторых, очень много женщин берут на себя мужских обязанностей. И за счет этого происходит некий дисбаланс в таких моментах, когда теряется уважение между мужчиной и женщиной. А на мой взгляд, уважение – это очень важный фактор в отношениях, ну, может быть, даже один из самых важных. What do you think about French men? What association do you have? Французы. Французские мужчины. Французские мужчины. Легкость в общении. Ну, это как мужчины, так и женщины. Юмор. Эстетика. Ну, вообще, одним словом, красота. Вот у меня почему-то Франция ассоциируется с красотой. What do you appreciate in men? What values? В мужчине для вас наиболее важны качества. Дезио кифон бесселемия, анрир кисел персисабушу. Ценности. На самом деле, мне кажется, что для мужчины очень важно, по моему мнению, чтобы он был ответственный, целеустремленный, был в постоянном развитии. Конечно же, интеллект и чувство юмора. What can't you forgive? Вы бы не могли смириться. Я не знаю, мне кажется, возле меня никогда не будет такого мужчины с качествами, которые бы меня вот прям вообще вот так вот не устраивали. What values do you hate in men? Нет такого. Living in an apartment or in a private house? Я бы хотела жить в любви. Да. If you find your soulmate, could you go abroad or it will be obstacle for you? Является преградой в отношениях или нет? Если я встречу родственную душу, то для меня это ассоциируется как с ним хоть на край света. After moving, would you like to work abroad in which branch? Да, я хотела бы продолжить то, чем я занимаюсь сейчас. Я психолог и занимаюсь женским развитием.
То есть я помогаю женщинам становиться еще более счастливыми и дарить это счастье вокруг себя. Угу. Я хотела бы это продолжить, конечно. Я поняла. Are you ready to get married with a man who has children? Например, как у вас? Я очень люблю детей. Долгое время я работала с детьми. Я преподаватель раннего развития. Вот. И дети — это прекрасно. Tell me, please, so what's the secret of love and happy relationship? How to find a passionate couple and how to live an eternal happy love? Вечером. Уметь слышать себя и слышать другого человека. Когда ты слышишь себя, ты можешь слышать абсолютно всех людей. И я считаю, да, и, ну, и как я уже говорила, конечно же, любовь и уважение — это фундамент. What about your attitude towards religion? Are you ready to convert to another religion? Я думаю, что... Я не то, что думаю, я уверена, что у меня рядом со мной будет мужчина, который будет очень толерантен. Sex stability or something romantic? What's the most important to you in serious relationship with a man? Все три, да. The first date, how to surprise you on the first date? What a man should do to surprise you? Что это? Как вас удивить на первом свидании? Я люблю, когда меня удивляют, и люблю удивлять. Ну, я думаю, мне бы очень понравилось бы свидание на крыше. On the roof? Да. In Kharkiv or abroad? Мне очень нравятся крыши всех городов мира. Все города мира, да? Да. Милена, thank you for giving this interview and testimonial. Очень приятно было услышать ваше мнение. Спасибо.